С первых дней работы наш губернатор Станислав Сергеевич Лисиценский уделяет большое внимание развитию нашего областного центра. И мы видим положительные результаты такой большой работы, внимания губернатора. Действительно, город преобразился, и действительно, у нас освещение улиц, практически полностью улицы города освещены благодаря инициативе губернатора, а до этого 1/3 улицы была вне электрического освещения. Сегодня город является по праву одним из самых светлых городов России. Следует отметить, что Станислав Сергеевич большое внимание уделяет развитию нашей дорожной инфраструктуры. Мы видим, как преображаются наши автомобильные дороги. Впервые за десятилетие город стал вкладывать средства в развитие частного сектора, и появились новые автомобильные дороги в частном секторе. Эта работа будет продолжена. Следует отметить, что благодаря поддержке нашего губернатора Станислава Сергеевича Лисиценского преображается и наше общественное пространство. Река Увыть стала местом притяжения, это благоустроенная набережная, и действительно мы видим, что преображаются и другие общественные пространства нашего города. Следует отметить, что большое внимание уделяет губернатор развитию социальной сферы нашего областного центра. Впервые за десятилетие в городе построены две новые школы, сейчас строится третья новая школа. Следует отметить, что построены новые детские сады, открыты новые группы в детских садах, открыты центры притяжения творческой одаренной молодежи «Солярис», притяжение центр. И действительно очень много делается для развития спортивной инфраструктуры. Это и дворец спорта. Сегодня строится дворец водных видов спорта. Впервые в городе появился настоящий ледовый дворец. И, конечно же, следует отметить, что город получает очень большую финансовую поддержку из областного бюджета благодаря губернатору. Наш бюджет вот за эти годы мы посмотрели увеличился практически в 2 раза. Это тоже показывает внимание как раз губернатор для того, чтобы жителям города было комфортно здесь находиться. Город успешно развивается, экономика города при поддержке губернатора сегодня успешно функционирует и продолжает развиваться. Для нас очень важно, что губернатор очень большое внимание уделяет развитию нашей молодежной политики, развитию нашей системы образования, в том числе и высшего образования. И действительно мы видим, что колоссальные изменения направлены на улучшение жизни наших горожан сегодня происходят в городе благодаря нашему губернатору Станиславу Сергеевичу Лисиценскому.